Культурная столица Беларуси и СНГ Могилев принимает самый крупный международный музыкальный фестиваль этой осени – «Золотой шлягер». На афишах – любимые исполнители советских времен и народов, на улицах – только и разговоры, что о фестивале. В 13-й раз «Золотой шлягер» собрал ценителей ретро-музыки. Сколько за это время на концертной площадке вышло артистов со всего мира, сколько песен спето, и не сосчитать. И каждому особый у организаторов индивидуальный подход. Ну, если не считать того, что Юрий Михайлович Антонов забраковал тут наше звуковое оборудование и пришлось искать по всей республике какие-то отдельные элементы, которые бы его устроили. Более 70 журналистов из печатных интернет-изданий, радио и телеканалов освещают нынешний праздник музыки. Прямо во время пресс-конференций, мастер-классы артистов и даже откровения. Все, что я до сих пор увидел и почувствовал, это вот эта вот очень спокойная атмосфера. И мне кажется, что здесь я что-нибудь сочиню. Что настоящему артисту для вдохновения надо? Американскому джазмену-виртуозу, неоднократному номинанту на премию Грэмми Стэнли Джордану комфортная осень. I love the colors. И зал побольше. Один из лучших гитаристов мира всех стилей лично проверяет акустику. И за гитару. Идей и изюминок организаторы «Золотого шлягера» подготовили много. Одна из них – проход звезд по ковровой дорожке. Но к ней еще подъехать нужно. На чем? Конечно же, на ретро-автомобилях. Готовить к ответственной миссии эту даму бальзаковского возраста шутит о своем автомобиле Роман. Как-то по-особенному не нужно, ей всего-то немного за 30. Однажды Роман уже подвозил на «Золотой шлягер» звезд. Я возил артистку Республики Беларусь Ларису Грибалеву, то есть так как она была самой маленькой из всех артистов, то есть она более всего подходила к данному автомобилю. Первый же день фестиваля – «Осенние листья» – концерт звезд мирового и отечественного джаза. Кстати, впервые на «Золотом шлягере». На сцене Камерата, Клифф Дуглас, Тони Романо, Стэнли Джордан и Ленни Сендерски. Зрители в восторге. Джаз – это шлягер, это настроение души. И джаз – это шлягер. Вы видите, сколько здесь присутствует людей, поэтому ответ очевиден. Джаз – это шлягер. Да, джаз – это шлягер. Отлично, просто супер. Вообще заряжает, да, энергетика. Она передается, мне кажется, каждому, кто сидит. Тут любой запоет. Та-да-да-там, та-та-та-ти-та-та-ти-там. Фестиваль безучастным никого не оставляет. Запел и президент Международной федерации фольклора Дорел Космо вместе с генеральным секретарем организации Рассеном Богдановым. Он специально приехал, чтобы пригласить нашу страну стать полноправным участником фольклорной федерации. Калинка, 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 каля, калинка, калинка, I am a writer. 5 дней, как одна песня. Следите за дневником «Золотого шлягера».